2017 года в окружной администрации города Якутска три муниципальных услуги. Это постановка в общую очередь для получения земельного участка, под садоводство или огородничество, льготная очередь, опять-таки, для получения земельного участка под садоводство и огородничество, и постановка в очередь многодетных семей у нас переведена в электронный вид полностью, и мы его предоставляем только в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Для того, чтобы подать документы, необходимо зайти в личный кабинет. За первый квартал этого года к нам поступило 101 обращение для постановки в общую льготную очередь для получения земельного участка под садоводство и огородничество и 168 обращений от многодетных граждан. То есть это очень удобно, не выходя из дома, можно даже из телефона подать заявление. Также вы для постановки в многодетную очередь необходимо паспорт обоих супругов, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, все остальные документы, справку форму 3, орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно, без участия гражданина. Если очередь подходит, то мы в соответствии с теми данными, которые гражданин нам предоставил, мы выходим с ним на связь. В случае необходимости получения официального ответа, письменного виде, гражданин имеет право подойти по адресу Октябрьская, 20/1, окно номер 2, и получить уже ответ в письменном виде.